Ну ладно, в этот раз у нас 390. Знаете, долго пытался понять, как вам объяснить, почему я взял на не 690, который, в принципе, моя мечта сейчас. И я думаю, я обменяю свой 500 на 690, либо на 701 Husqvarna. Но я взял, знаете, как говорится, ты хочешь себе спортбайк, а возьмешь... What's up? А возьмешь обязательно что-то, то, что можешь себе позволить. И в этот раз у нас будет на обзоре самый большой байк, потому что старшие дядьки смотрят мой канал. И для младших дядек тоже у нас будет что показать. Почему? Потому что у нас Duke 390. Немножко больше, чем Гром. Немножко официальнее, чем... Да я не знаю. Короче, как написано на официальном дилере, это не игрушечный мотоцикл. Это полноразмерный мод для езды в городе. Поэтому он, наверное, у нас такой и закос под naked. Поэтому у нас такие тут одноцилиндровый... Двигатель с 37 номов. Так, у нас что-то тут... Воу! Тут надо дожать. Кто-то раздолбал лапку, смотрите. Двигается на шлицах. Но я это никому не буду говорить. Я сейчас руками дожму. И поеду. Почему? Потому что я хочу сломать этот мотоцикл по дороге и сказать, а что это он тут сломался? Ну, то есть, я не знаю, вы видите или нет, но на шлицах у нас тут все очень, все плохо. Так что и для дядек взрослых, и для дядек поменьше. Мы сейчас, я решил остаться, хотя, как бы меня разочаровал первый мотоцикл, я думаю, на этом будет повеселее. Я думаю, на этом что-то будет более-менее круто. Не понимаю, почему ABS всегда горит перед тем, как ты начинаешь ехать. Кстати, здесь бубре какие-то тормоза. Говорят, что это Bosch. Ну, пока что переключает. Нет, показатель... А, нет, показатель передач тоже присутствует. Ага. На третьей передаче даже поехали. Бубре тормоза. А где показатель нейтралки? Что-то я на нейтралку поставил, а... Just in case if your phone don't fall out, you might want to put it in the zipper. Okay, thanks. Надо будет спросить, они сделали этот мотоцикл в Индии или где-то в другой стране третьего мира? Кстати, тоже насчет, хотел вам, будет немножечко больше, буду показывать со стороны, как я выгляжу. Но это не за тем, чтобы там, не знаю, показать, как я выгляжу в принципе. Это за тем, чтобы я показал, что мне не западло с моими размерами сесть и ехать на мотоцикле размерами меньше, чем 500 кубов. То есть здесь даже 400 нет. Заминочка-запиночка. Again.
Ну что, повернуть камеру нельзя было? О, теперь нейтралка горит. Переключашка передач вообще бесчувственная. То есть она настолько мягенькая, все равно, что, я не знаю, кому-то в армейских сапогах пытаться почесать нос никогда не получится, чтобы не навредить. Ой, ой, какие мы юркие! Какие мы нежные! Попробуем, как бубры тормозят. Да, есть. Good. What's that? You good? What's that? Are you okay? Yeah, perfect. So nice. Так, у меня была возможность взять, был возможность RC, но я взял Duke. Чем RC отличается? Он не такой, то есть он уёбичней. Подвеска такая мягкая, но короткоходная, 150 мм передок. Заглох. Но, как бы, знаете, не хочет на второй передаче. О, какой у нас парниша! Очень сильно вибрирует в районе футпегов, то есть подножек. Прям... Ну, потому что один цилиндр, но здесь камшафт этот идет. Поэтому нечему удивляться. Так, поворотнички надо самому все переключать. Бубре тормоз. Тормоза бубре не ахти. А мы останемся. Почему? Потому что у нас оператор. Last time it was same shit. They will stop right there by the Donut Coffee. На чужом мотоцикле можно такое делать. Взял ты. О, ничего себе, ABS failure, сразу ABS наебнулся, вентилятор включился или еще что-то. Черт, меня спалили, мне так стыдно. С одной стороны. А с другой стороны, нет, не стыдно. Он делает бернаут. Каты-каты-каты. Каты-каты-каты, гад. Воу. Короче, толстые очень ручки для моих пальцев. Не знаю, то что, как будто у них подогрев есть. Но у них я не думаю, что есть подогрев. Я вообще не думаю. Ну, блин, да, вот после скольких тут? Ничего себе, 6 тысяч. 12 тысяч оборотов одноцилиндровый двигатель может выдавать. Ребят, честно вам скажу, больше фана, чем на этом мотоцикле, я... Ну, среди таких небольших двигателей нигде никогда не испытывал. Он реально крутой.
Он реально офигенный. То есть вот делать одноцилиндровые пацаны, это то, что действительно умеют делать КТМщики. Это без преувеличения. Давай, чувак, я тебя сейчас догоню на этом, на своей мини-миле. Окей. Пошел ты нахуй. Последнее китайское предупреждение. Говорит, пешком пойдешь. У меня жена сзади едет на машине. Я вот, ребят, честно, если бы не вы, я бы сейчас вот остановился, отдал бы ему этот мотоцикл. Пускай что хочет с двумя мотоциклами делает на дороге. Мне абсолютно наплевать. Я сел бы машину своей жены и упиздил бы дальше в закат. Вот честно. Было сказано, никаких вилле и никаких стоппи. Ничего не было, говорилось о бернаутах. Понятно? То есть я бы хотел уже там и этот сделать, но... А, RC он больше, он с клипонами. Он типа спортбайк. Ага. Типа RC8. Воу-воу-воу. А этот на руле получается. То есть дюк это все-таки вот чистый такой накед. Так, если на предыдущем мотоцикле я еще там задним колесом что-то тормозил, то здесь я торможу только передком. Передок больше всего, лучше всего схватывает. Но! Это не потому, что там что-то, а это потому, что зад абсолютно как-то по-тупорылому тормозит, если честно. Так как будто там колодки имеют железные накладки. Воу-воу-воу-воу. Вторую передачу. Не надо забывать переключать передачи. Тут с этим надо работать и работать. Прям без вопросов. Оп, нейтралка загорелась. Мы разделились немножечко. И как всегда будет пикап гоняться с мотоциклистами. Но сцепление мне здесь нравится больше, чем на предыдущем, на 1290S. Это Super Adventure. Ну то, что я ABS в ошибку выхернул, это, конечно, ABS failure. Это, конечно, я красавчик. До сих пор на мониторе пишется. Совсем, конечно, другой двигатель. Вообще не те приколы, что на там на XC500. Но все равно, вы понимаете, хочется на нем что-то вытворять. И я, если честно, я думал, я скажу, что это беззубый абсолютно мотоцикл. Но нет, этот мотоцикл не беззубый. И если я думал в конце этого обзора, я скажу, что типа на нем никогда не убьешься, ничего, типа все отлично, то как бы это тоже... Можно раскочегарить этого подлеца. Можно. И он даже как-то к этому тебя и толкает. То есть я сейчас бы вот так хотел бы сейчас между этими всеми пацанами в шашечки сыграть и поехать дальше. Просто я только немножечко колени подгибаю. Только немножечко. Ну вон, посмотрите, как чувак сидит, да, например. То есть он нормально, полноразмерно достает до этих... До земли. Но это дело не в том. Вы посмотрите, какая секси-рама на этих мотоциклах. Это же Дукати прям. Это же просто скелетон идет, а? 1500 миль пробега. Почти 3000 километров уже накатосили. Мудаки. Вентилятор там пашет? Или там их два? Звук такой прям... А, маленькие радиаторы. Ну, в принципе... Черные причем. Зачем красить радиатор? Сделали, не надо ничего, не напылять на него, ничего. Пускай будет серенький. Пускай видно будет, что это алюминий там или из чего вы там его сделали, чтобы не был он черным. Потому что, ну что черный? Черный радиатор. Черный вообще это прикол впитывать. Черный цвет любитель притягивать там, например, больше тепло, чем отдавать. Колени тоже направлены четко как-то вперед-вниз. От этого... Воу.
от этого, ну, такая более атакующее положение, это с идеально ровной спиной, потому что у нас изначально уже идет руль. Это во-первых. Во-вторых, это у нас обязательная часть программы, это юркость. Потому что, как видите, колеса здесь нифига не 17, не 17. Ну, там как бы вторая передача с 12 миль в час, 20 км в час, мы раз и поехал. Ну, надо, не сильно надо придерживать сцепление. Вот все-таки, блин, пацаны, ну вот ребята, ну пацаны вообще, ребята, низы решают. И как для Калифорнии, я бы даже не взял бы себе такой мод, конечно, но посоветовал бы всем тем, кто здесь живет, и всем тем, кто хотел бы себе там что-то такое для начала, и при этом при всем можно было бы себя офигительно чувствовать. Где? В потоке автомобилей. Для деревни, думаю, чересчур нежный этот мотоцикл для деревни. А вот чисто город, пробки, трафики, я думаю, чисто вообще, чисто жесть. Чисто то, что надо. Вообще, поворотливость, все-все-все. Сейчас вот ветер даже начал дуть. Я не почувствовал, что меня сейчас сдует нахрен с дороги. Стоит как молодец. 135 килограмм мотоцикл всего. А стоит нормально. Как у молодого перед свадьбой. Участок, где едем 100 км в час, на 4-й передаче, дадим ему 5-ю. Ага, на таких, на более высоких передачах хотелось бы, мотору хотелось бы от 6000, там он подхватывает. Сейчас понизим. Вот это я в ямку влетел, чуть зубы не выбил. 70 миль в час, но мы догнали колонну. Правил я не нарушал. Потому что, боже, сколько задротов меня смотрят. Ребята, вы что, вы прикалываетесь? Пишет чувак комментарий. Увидел, что ты проехал на знак стоп, выключил видео. Чувак, да я, блин, я тебе денег дам, только не смотри мое видео. Мне не нужны такие скучные чмошники в подписчиках вообще. Там, где я проехал, там в повороте направо, знак стоп, запомни это, дружок. Красный свет светофора в некоторых штатах направо проезжается без остановки на стоп-линии. И знак «Уступи дорогу» тоже не... То, что там знак «Стоп» стоит, это, ну, блин, все равно, что там светофор поставили. Тем более на пустой дороге абсолютно. Мне стоять, останавливать литровый спортбайк. Сядь на литровый спортбайк в буквой ЗЮ, и мы посмотрим, как ты остановишься на жаре плюс 50, на каждый светофор и на все-все-все. Что там, чувак, чуть в тундру не въехал? Чуть не влепился! Тоже, опять-таки, почему? Потому что слева машин нет, ты едешь, ожидаешь, что чувак направо повернет без остановки, или там просто, ну, приостановился и попиздил дальше, как мы любим. Но нет! Это ехал тот подписчик, который там останавливается, прям такой весь сам из себя. Причем же сразу же пишут мне, там, например, нельзя там нарушать дорожные правила дорожного движения, а потом смотришь через 2 года на этого чувака, а он уже там 2 раза в больничке побывал. Что ж ты так прям вокруг оленей одни, да? Или что, я не пойму. Можно без сцепления переключаться, нормально вообще реагирует. И вниз даже, прям тоже переключился. One finger, вот так как было написано у дилера на официальном сайте, one finger clutch, даже не так, one happy finger clutch, счастливый пальчик. Вот так одним пальчиком выжимаешь и
И все. Everybody happy. And especially me. Так, почему индикатор нейтралки не срабатывал? О, сейчас сработал. Бум. Все, остановились. О, несчастье, на руле даже номер детали написан. 901-02-001-0000. Поребрики, мои поребрики. Заглушим. Включим. Может АБС. Может АБС прекратить выделываться. Перезавели, как говорится. Масло почему-то. О, масло потухло, все потухло. Set. Settings. Set. Fabric. Click selector. Quick selector 1. Ну, preferences. Что? DRL, clock date, shift lights, Bluetooth. Bluetooth в этом мотоцикле есть. Language, service. Language здесь, конечно же, индусский и английский. О, ребята, может мы начнем все-таки делать мотоциклетную сейчас тут какую-нибудь жизнь выдавать? Или мы как тот задрот у меня с комментариев будем? За грузовиком стоять. Греть двигатели. Так, а мы продолжим пока что на менюшку смотреть. О, information, давайте, info. Trip 1, trip 2, warning, ага. А что такое? Warning нет, trip 1. Speed 36, time 18, fuel range, ничего себе, все пишет, все считает. Это вам не карбюратор. Открыл бак, понюхал, что в баке. Посмотрел, как он там переливается, и погнал дальше. Люди на меня оборачиваются, думают, какого хера этот дебил, дебилоид разговаривает. Language. И Denmark, Italian, France, S. Что такое S? Estonian, что ли? Ничего себе. А индусского нет здесь. Хинди, или как он там называется? Собаки. Уф. Чего-то у тебя не на... Щенок не на этом, не на поводке. Хочешь, чтобы от него фарш остался? Здесь университет недалеко, поэтому странные люди вокруг появляются. Это студенты. Не обращайте внимания. Вторую передачу. Подъехали. Первая передача. Так, продолжаем баловаться менюшкой. Интересно. А если два раза? А если три? Интересно. Ну, понятно, language не будем менять, сервис. Так, next service in 1212, то есть следующий сервис через 2000 километров, либо в марте 2019 года. Вот так вот, версия 5V37, это что, версия обновки этого софта или масла 5V37? Воу-воу. Ямку объехал, все, сейчас вы, пацаны, мне денег должны, что я так аккуратно на вашем мотоцикле езжу. Вот еще одна ямчуленькина. И в поребрик сейчас такой бух. О, я услышал, как двигатель работает. Прум-прум-прум, прям вот так. Просто пацаны не пришли покупать мотоцикл, а пришли покатосить. И пооблизываться, я не знаю. Не, ну а что, есть такой прикол. Сегодня тебе дали покатосить, завтра ты созреешь, чтобы купить. Ну так ведь? Ну так. Так что не будьте жадными, давайте покатосить там блогерам и не только, а нормальным пацанам тоже. Так, экстра функции. Bluetooth, он. Мне нравится, как здесь показывается уровень температуры охлаждающей жидкости и уровень, сколько в баке топлива. Прикольно. Даже сначала я не заметил, что это такое. Так, что еще в менюшке? Короче, никакого тебе ни Snake 2, ни танков, ни викингов, ничего вообще нельзя поиграть.
Зачем такой ЖК-монитор? Непонятно. Ну, толстые ручки создают впечатление, что ты прям едешь на таком тракторе. Ух! Ну, нет ощущения, что чиповский мотоцикл, честно. Вот ему пятерочку включил и пошел. И чувствуешь себя зашибись. Но ровные дороги, ребята, нужны этому мотоциклу. Как ни крути, я сейчас буду стоять все-таки на своем. Все, кто меня слышит и чувствует, что они в теме, должны понять себе одно. Для ваших дорог супермото и эндуро. А еще лучше для ваших дорог любой мотоцикл, но с навыками супермото и эндурецкого. Потому что попасть в кочку и не знать, что делать. Что, мы потеряли кого-то? Попасть в кочку и, например, ну, так как в этом видео, например. Ничего себе, чувак бессмертный, что ли? Хочешь, чтобы тебя кто-то там нахлобучил? Да, кстати, давайте покажу пример, где чувак вылетел из, как оно, из трека. Это уже такие трансляшки пошли. И наехал на мешочек небольшой, который там лежат специально. Там, ну, короче, для рекреационных каких-то целей. И если бы он правильно среагировал по-эндуровски на этот мешочек, ничего бы такого не было. Но он предпочел кувыркаться в поле. Так что, кстати, сейчас он судится за это происшествие и говорит, что на обочине трека не должно быть никаких мешочков с песочком. Блин, я кайфую, реально. Мотоцикл, на котором можно вообще не думать. У тебя есть ABS, у тебя есть, не знаю, traction control нет, вот мигает поворот, мигал. Это у тебя есть 135 килограмм, у тебя есть сумасшедшая скорость и одноцилиндровый двигатель, который подсчитывает, сколько он жрает в режиме реального времени, то есть полностью у тебя fuel injected, slipper clutch стоит, ребята, сцепление, ёшкин ты кот, вот сейчас закрыли, раз, и клатч сначала схватила, а потом отпустила. Ну, клатч, это я имею в виду сцепление, я вам уже говорил в предыдущем видео. Если ты не смотрел предыдущее видео про языки, то какого хера ты вообще меня смотришь? То есть диски не хватают, как бешеные, как сумасшедшие. А диски... Да, пацаны, да, зеленые, блин. Давайте, будем ехать, наверное, сегодня. А диски проскальзывают. Нет, третью не буду включать. Что, все, сломались, что ли? 690-е пошли по любви. Ох! Кстати, да, вот сейчас я, конечно, веду себя не очень-то хорошо, но те, кто начнут мне там что-то писать в комментариях, конечно же, я нахрен побаню. Пошли нахер. Циклы. Надо идти против системы. У вас проблема, ребята, у вас нет лидеров ни в какой отрасли. Лидеров нет. Вот в чем проблема государства. А лидерские качества надо в себе воспитывать. И большой чемпион, и большой лидер – это в первую очередь большая сволочь. Веточки лежат, веточки. Давай, поехал! Че я за тебя на пониженную переключаюсь? Ты... Чуваки, блин, вы чё, приколы мочите? Такая техника под жопой. Четвертую, да, а то чересчур высокие обороты. Вот четвертую, не, пятую я включил, была четвертая. Сколько, 48 миль в час, горки уже не тормозит двиглом. Все тормозят, трогают стопы, а я не трогаю. Вот так вот. Но это не с тем, что я типа офигенный пацан. Не, у меня просто ну, мотоцикл так едет. Я газу даже могу давать с горки. Не едем строго в жопу другому чуваку. Вдруг у него что-то сейчас случится в голове, и он начнет падать. Блин, чувак на 1200 меня... А, он на, просто на резине из говна, понял. На резине. Оп, поднял жопу, не почувствовал преград. И тут, короче, какой-то дурак на Сатурне берет чуть ли не встречную линию для того, чтобы в поворот войти.
Ой, блин, где я живу? Не, контур руления на этом мотоцикле, это ад. Оп. Ну чё, пацаны, повернем? На... Давай, давай, поворачивай. Ручка тоже, вот это поворотники вот эти, то ли у меня... О, все-таки Сатурн этот, или... А, это Субару, а не Сатурн. Влез между нами, а я-то думаю, что за нахрен? Кто это тут на Сатурне будет рассекать? Нет, это Легаси. О, пошел обзор настоящий. Не, блин, пацаны, пока он новый, этот мотоцикл, это что-то. Надеюсь, он и старым такой же будет. Очень бодрящий. 300. Сделать КТМ действительно получилось. Сделать такую двигатель, ну, манюсенький просто. И такой крутой, и такой веселый. И еще и оборотистый. И еще, сука, 6 передач на нем. Ну, это вообще жесть. This is the future! Лидер у нас резвый парень. Не, я думал, что Гром бы хотел себе. Но я понял, что нет. Я бы все-таки вот эту дрянь хотел бы себе вместо Грома. Надо подождать, когда они появятся на вторичном рынке, и тогда можно брать. Потому что просто интересно. Прикол в чем, что мотор уже предрасположен быть громким. Прям вот даже в этом супер-пупер, там он задушенный 250 раз, там я видел эти датчики и всякие, которые отвечают за выхлоп, за эмиссию. Volkswagen просто круто, блин. Обогнать стаю пришельцев на мотоциклах и уйти в правую обочину. Так, мы выйдем сегодня из этого меню или нет? Set. Меню. KTM My Ride. Вот так вот. Оп-оп. Ай! Все равно поднял жопу. С моим ростом мне неудобно вставать, потому что я встаю, получается, с корточек. То есть, ну вы поняли. А если я еще и на носок поставлю ножки, так это вообще получается, что я в позе гопника. Ой, ничего себе, пацаны на ведрах ездят. И за нами, кстати, за нами, за нами. Черт, я бы сейчас, конечно, дал бы под хвост немного. В чем прикол? Некоторые пацаны, я так смотрю, они сели на эти мотоциклы так, как будто это уже их мотоциклы. Вот это я понимаю. Вилли машины. Блин, они еще и быстро ездят. Круто. Блин, черт. А, я не чувствую, что это мой мотоцикл, Я вообще такой человек, мне абсолютно на понты наплевать, но в первую очередь, что должно быть во время райда? Должно быть весело. Поэтому всем спасибо, всем до свидания. Это очень крутой мотоцикл сейчас у меня под жопой. Я рекомендую, я советую, но не для начала. Уж очень резвый, уж очень крутой, уж очень жалко будет, если вы с ним что-то не то сделаете. Красный! Бэм. Успели? Не успели. Все равно кто-то не успеет. Ничего, мы на следующем остановимся. Так что спасибо мне, что у меня пятница выходной был.
И мы в этот выходной провели не зря с вами. Не просто пролежали на диване, а покатосили вот на 2018 года Дюке и Супер Пупер Адвенчере, который греет сиденье. Вот сейчас вот этот мотоцикл вот не греет сиденье, а Адвенчер так нагревал сиденье. Ой, блин, я еще полчаса охлаждался. Это, в буквальном смысле этого слова, я полчаса еще не мог сбросить вот эту температуру, которую он в меня нагнал. Потому что вот эти в ногах две артерии главные, они очень близко проходят как раз там к этому теплу, которое выделял этот мотоцикл. И я нагрел себя просто до неузнаваемости. Я выпил 1,5 бутылки воды, потому что столько я влаги потерял. Это при том, что на улице холод. В этом мотоцикле такого говна нет. Но и на дальняк вы на этом мотоцикле тоже можете поехать, если честно. Он тянет, он едет. Но поршневую поменяете по дороге. Не забывайте о поршневой. Вот если бы мне просто так дали этот мотоцикл от дилера, да, не чей-то, я бы вот с этого поребрика бы спрыгнул на нем. Так что ставь лайк, если хочешь таких адских обзоров. Всем пока, сики. Берегите природу и мать вашу. Зеркала. Ну да, зеркала здесь похуже, чем на Adventure, Super Adventure. Привет! Эклипс! О, ничего себе, у тебя там даже пшикалка есть. Пшу! Жаль, что мы с тобой не на драге. Я бы тебе надрал бы, твой драга. Я б тебе надрал. На Дюке 390. Ой, что-то у меня тут. Я на Дюке дрюкал. Эклипс. Я на Дюке дрюкал. Ямаху. Я на Дюке дрюкал. Хонду. Нет, Хонду ты не дрюкал, пошел. Так что не дай бог мне еще раз кто-то напишет, что там малая кубатура, я не буду смотреться. Сколько раз на стриме говорил, приходите на стримы, кстати. Ты будешь смотреться только тогда на мотоцикле хорошо, когда ты будешь на нем классно ездить. А там объем, размер мотоцикла не имеет значения. А если ты хочешь смотреться очень красиво в гробу, то я тебя огорчу. Красивых трупов не бывает. В природе просто не бывает. Они вызывают отвращение и страх. Нравится, все равно в Калифорнии очень много хороших райдеров, и просто они берут тем, что они катосят круглый год, и они намного, уровень у них выше, чем в том же северном штате, в котором я раньше жил. Потому что практика, ребята, практика решает усё. Тоже часто замечаю, что ребята на таких малокубатурниках, они ездят как опущенцы какие-то. Они горбатятся, они что-то там пытаются как-то сидеть не пойми как. Грудь очень важна, ребят, в посадке на мотоцикле грудь очень важна. Руки, чтобы расслабить, вот так сделать как очень изи-пизи, чтобы они были расслаблены. Потому что именно расслабленными руками, не напряженными, как отвертки, надо управлять мотоциклом, а расслабленными. Так вот, чтобы напряженные руки не были, надо немножечко держать в тонусе грудь и спину. А не сидеть буквой ЗЮ этим, как вы называете? Эмбрионально. Как будто вы креветка. Да, у меня круче мод, чем у тебя. Хотя это тот мод, на котором я катусил до этого. Все, я очень придрочился к сцеплению. Мотоцикл просто едет, нефиг делать.
вторая передача. Оп, отпустил, и он поехал. О, мы уже вернулись. Слава яйцам! То есть вот этот слипер-клатч, который они сделали, этот, он, конечно, крутой, но все равно как бы недоделанный. Почему? Потому что ты отпускаешь газ, сразу идет, знаете такое, то есть он соединен, а потом раз и отпускает. Да если я буду на каком-то, на какой-то щебенке или еще на чем-то, мне это нафиг не надо. Мне надо, чтобы он изначально, ну, понимал, что, что к чему. I want to show you some. I want to show you something. Okay. It's on this side. Ah, perfect. Thank you. No, well, you're welcome. Thank you.